Участникам досрочного периода ЕГЭ до 30 марта нужно подать заявление об изменении дат экзаменов. В связи с тем, что сроки проведения досрочного периода ЕГЭ перенесены на резервные дни, участникам, зарегистрированным на досрочную сдачу, необходимо подать специальное заявление. При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, участник ЕГЭ не может сдать экзамен в указанный срок, Государственная экзаменационная комиссия может его перенести на основной срок. Заявления подаются в Государственную экзаменационную комиссию Тверской области в местах, где проводилась регистрация участников на сдачу ЕГЭ в досрочный период. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность участника. Всю процедуру необходимо сделать до 30 марта. В настоящее время Рособорнадзором совместно с Минпросвещением действительно внесены изменения в сроки проведения досрочного периода ЕГЭ. В связи с складывающейся ситуацией с распространением инфекции, досрочный ЕГЭ перенесен на резервные сроки основного периода. Всем участникам, которые были зарегистрированы на досрочный ЕГЭ, будет предоставлена возможность сдать эти экзамены в июне.